Добро пожаловать на Bemidji Drive Multiplayer. За рулем этого грузовика сидит дальнобойщик Василий, а в грузовике у него дорогущий сервиз, который он обязан доставить своему клиенту, чтобы заработать денег. Но вот беда, отказали тормоза у этого грузовика, поэтому полицейскому Максу Дипу придется попытаться остановить этот грузовик, чтобы сервиз не разбился. А впереди нас ждет крутейший спуск. Посмотрим, что из этого выйдет, поэтому ставьте лайки и пишите в комментариях, если вам понравится Bemidji Drive Multiplayer, тогда он будет выходить чаще. Ты только обрати внимание, какой здесь огромный спуск. Сколько тут градусов? Тут градусов 30. Ни один грузовик без тормозов. Да ты не сможешь его остановить. Даже не пытайся. Этот сервиз разобьется ко всем чертям, я тебе говорю. Ну знаешь, я много раз пытался. У меня есть десятки роликов, где я пытался остановить фуру без тормозов. Все заканчивалось очень печально. И я думаю, что сегодня, скорее всего, будет так же. Но сегодня мы играем в мультиплеере. А значит, я не буду тупым грузовиком, который едет без тормозов. Я смогу рулить, как-то уворачиваться, подстраиваться под тебя, чтобы ты смог меня остановить. Поэтому давай не будем терять времени, потому что грузовик уже начинает ехать. Блин, мне не укладывается в голове, я 4 года играю в бимку, и тут для меня это пока бот. Просто бот, понимаешь? То есть я не верю в то, что это реальный человек играет. Так, все, мы поехали. Все. И тут тормоза ты не передаешь сообщение. Да, отказ тормоза, я это слышу, ты мне говоришь, помоги, пожалуйста, я это слышу, естественно, и выхожу офицер, вперед. Офицер, помогите, включаю. Тормоза отказали, помоги, я уже сотку еду. Ох, ё-моё, там... Подожди, подожди, за мной, меня занесло, меня занесло, сервиз, сервиз сейчас перевернется. Тебя... Чё за херня? Господи, а я все еще еду, слушай, о нет, нет, все, все, опрокинулся, опрокинулся на бок. И лечу куда-то я в обрывы, но сервис знаешь, разбит. Как это называется? Паника. Мы запаниковали, в итоге с нашей машиной. Ты еще из горы, да, полетел? Да, я просто полетел вниз. Тут не только сервис разбит, тут и, собственно, дальнобойщик Василий превратился в одно мягкое место, пустое место. У тебя жестче последствия, чем у меня, я еще более-менее целый. Ты можешь посмотреть, что случилось с грузовиком, потому что от грузовика не осталось ничего абсолютно. Я посмотрел. Смотри, твоя главная задача — это держать равновесие на дороге, понял? Рули так, чтобы она не виляла. Ты меня подрезал там, и меня начало вилять, вот в чем суть. Поэтому мне нужно минимум рулить. Потому что грузовик разгоняется очень быстро. Там 100 км в час, потом 140, и его уже не остановить. Давай, понял, понял, поехали. Тогда я сразу тебя, только на начальном этапе. Смотри, разгоняй, например, скорость там где-то под 40, да? И отпускай газ. То есть газ вообще забудь. И тормоз, и газ ты забываешь. Я так и делаю, в принципе, уйди с дороги. Ты слишком едешь. Офицер, уйди с дороги. Да подождите, подождите, подождите. Дайте мне хотя бы сконцентрироваться. Ты сразу начинаешь вилять. Все, поехали. Поехали. Давай, все, нажимай. И больше ни газ, ни тормоз не сжимаешь. Знаешь, я отжал. Он сам поехал. А тут еще не только дальнобойщик Василий, тут еще и дальнобойщик Юрий. Я вижу. Едет. Блин. Ты что ты нет, делаешь? Нереально вообще тебя так вообще нереально остановить. Блин, это бесполезно. Ну все, все. Подожди, я попробую тебя догнать. Я попробую. У меня бампер там. Это тебя еще перевернуло. Так тут видишь, что нужно надо было переехать. Да, там на большую скорость надо переехать. У меня и колесо еще отлетело. Что, нужен план? Предлагай план. Я предлагаю просто красиво, чтобы ты сразу начинал таранить, то есть, а я же в свою очередь торможу. Давай вот сразу. Когда я начинаю тебя таранить, ты сразу начинаешь терять управление, потому что грузовик весит несколько тонн. Твоя машина весит тонны две. Все, держу, давай. Во. Отлично. Ну да, да, да. Вот. Давай, попытайся себя хотя бы здесь торможу. Остановить. Скорость 20 км в час. Торможу, хотя бы 20, уже хорошо. Все, оттормажу тебя. Пытайся, оттормажу, 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 тихо. Не получается, не получается. Давай так, давай так хотя бы, давай все. Давай, 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 надо было. Надо было. Попробуй раскручиваться чуть-чуть. Попробуй раскручиваться. Если я буду раскручиваться, меня сразу в занос отправляет. Все, я полетел с горы. А может быть я здесь оставлю суши? Ну сервис, правда, разбит будет? Нет. Ну тут такое. Ты улетел? Я в водопаде. Я просто скинулся с водопада. Грузовик мой тоже улетел куда-то. Дай я хотя бы на тебя, что ли, посмотрю. Слушай, у меня водичка спасла, по идее. Я прям тихонечко так приземлился. Да, ну ты как бы в водопаде, и я так чувствую, там застрял навсегда. Слушай, нам мешает этот водопад, поэтому давай предлагаю его все-таки проехать сначала, да, в водопаде. Окей, тогда 100 км в час и пытайся меня затормозить. Сможешь? Не да, сможешь. Я сейчас, кстати, просто мигалки включу, чтобы... А они тебе помогут, думаешь, да? Я думаю, да, я просто тебя сейчас попробую. Ты думаешь, много людей ездит по этому спуску? Он все, останавливаю. Вижу. Спасем бабушке. Ага. Сервис. Ага,
давай. Ну, удачи. Черт, блин! Блин, разогнался! Блин, я перевернулся! Это хороший результат на самом деле. Да? Ты думаешь? Да я сейчас врежусь в гору и все, и конец сервизу. Хотя погоди. Слушай, я торможу на самом деле, но. Улечу, да. Чуть-чуть на самом деле не хватило, чтобы удержаться на том спуске и снова сервис весь в хлам. Слушай, у меня появилась идея, давай я сейчас немножко спущусь, ты разгоняйся, я полностью остановлюсь и попробую тебя своей жизнью спасти просто. Как тебе такая идея? Ну я тебе так скажу, твоя жизнь 100% потеряна, и потеряна она будет зря. Уж поверь мне. Не, ну по идее, конечно, полицейский бы вышел из машины в таком случае, но шанс остановить больше, то есть ты по сути как ударишься, то есть понятно, что машина смягчит твой удар, возможно, все-таки что-то получится. Ты, я надеюсь, так. Уже встал там, потому что грузовик несется, да. Несется на всей скорости. Да. По левой стороне давай, по левой стороне езжай. Я в принципе все, вижу, как находишься. Я правда не вижу твою машину. Я перегородил путь. Ты в самом конце, что ли, встал? Ты с ума, что ли, сошел? Ниже! Ниже, давай! Я уже 160 не лечу! Господи! 170! Да тебе кранты! Я передумал! Убирай, Посмотри, что ты оставил от машины! Нифига, не остановил! Ты меня остановил! Ты меня остановил! Ценой своей жизни! Грузовик остановился, ты погляди! Рядом с тобой прям! Господи! Ты видишь меня, нет вообще? Или нет? Я сейчас подлечу к тебе поближе, но я вижу, нет. Что... Ты не понял, я рядом с твоим грузовиком сейчас нахожусь. То есть посмотри сразу же в канаву, сбоку в канаву, прям рядом. Я тебя вижу как раз, я просто поближе подлетел. Как ты думаешь, ты выжил после такого? Я не думаю. 170 км в час, тебя протаранили просто в хлам. Владым, раз я не смог остановить тебя на джипике полицейском, я буду приходить к тяжелой технике. По типу этой. Надеюсь, начальство тебе разрешило использовать грузовик, потому что у тебя ничего не выйдет, он у тебя даже не гружен. А у меня там сервис весом 50 тонн. Попробуй меня остановить. Так, хорошо. Давай сейчас проедем водопад, и дальше я уже буду стараться Вот это очень плохая идея, потому что после водопада мой грузовик будет нестись со скоростью 100 км в час, и тебя уже... Останавливаюсь. Господи, гражданский едет навстречу. Ай, тихо. Есть, получилось. Ну... Давай, в меня тормози, говорю, быстрее. На меня. Давай. Я пытаюсь ускориться. Отлично. Я тебя сейчас перевернет. Блин. Все, не получилось. Я и вперед еще улетел. Господи. Еще и в канаву. Вау. Прощай, Макс. Нужна вторая попытка. Это сработает, 100%. Я думаю, что это не сработает, потому что мой грузовик явно тяжелее твоего, плюс еще ускорение. Ну, давай попробуем. У меня есть немножко еще другая идея. Давай все-таки ты, получается, меня попытаешься подрезать и развернуть таким образом. И оттормозиться. Я в это время буду нажимать тормоз, естественно. Это такая случайность должна быть, чтобы я смог тебя развернуть и сам еще не перевернулся. Когда я пытаюсь тебя развернуть, я переворачиваюсь, понимаешь? Меня вообще нельзя дотрагиваться таким образом. Обгоняй чуть-чуть и меня... Давай я сам, хорошо. Какой обгоняющий? Офига, ты тебя развернула. Есть. Так я специально. Давай, в меня главное. Я будешь перевернул. Оттормаживаю тебя. Если я буду боком ехать и никуда не врежусь... Ай, гражданский! Господи, как его развернуло? Его разложило. Меня тоже перевернуло. Посмотри, что со мной происходит. Я сейчас вниз улечу. Нет. Опять вниз. Господи, я как его. Опять вниз, блин. Сервис уничтожен мной. Я не знаю, что делать, честно говоря. Это тяжело, это нереально остановить. Если у тебя не получилось что-то остановить, давай попробую я тогда. У меня есть идеальный план. Я профессионал в остановке грузовиков без тормозов. Сейчас все сделаем. Выезжай. Давай пробуем. Теперь я на месте дальнобойщика. Все, я отпустил газ. Опустил тормоз, то есть я теперь не могу остановить эту огромную фуру. Все, помогай, делай что-нибудь, в конце концов. Идеальный вариант сейчас будет тебя прижать, знаешь, прижать. Давай. Направо поворачивай. Направо? Направо. У тебя работает, давай направо. Я не могу, Что, у тебя руль заклинило, что ли, а? Блин, водопадик, аккуратно. Ох, как тебя подкинуло. И ты еще устойчиво остался. Давай тормози меня, догоняй. Блин, я тут в занос пошел. Пытаюсь ускориться, все.
Езжай, смотри, езжай, все будет нормально. Мне, я верю, все будет нормально. Ты мне сорвал, короче, левое колесо. Я сейчас пытаюсь тормозиться, но я вообще не управляем. То есть я рулем не могу. Ага. Сейчас никак. Ты бы видел, что у меня с левым колесом, у меня левое колесо ушло куда-то под капот. Поэтому я даже тебя догнать не могу, я 10 км в час скорость. И я в ловушку попал. Все. Блин, я нет, 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 я пытался, искренне пытался тебя остановить. Он еще один несется. Его иди останавливай давай. Но, увы, в твой сервис прилетел еще и я. Это тяжело, друзья. Это Господи, не так просто, как кажется. А что у тебя от кабины? Кабина просто в никуда превратилась. В ни во что. Короче, у меня план простой. Я тебя хочу затормозить еще до водопада через вот эту вот стеночку рядом. Поэтому старайся поворачивать направо. Ты хочешь, чтобы я сразу утерся о стенку, типа? Ну, вот ты сейчас выезжаешь, я тебя прижимаю, и ты тоже терешься, да. Все, давай, 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 поехали. Все, 20 км в час, я замечаю. Все, я тебя поджимаю. Прижимаю. Поджимаю. Прижимаюсь. Ага. Главное, чтобы тебя не снесло. Давай, поджимаю, поджимаю. У тебя колесо отлетело. Вижу. Поджимаю, поджимаю. Я тебя впереди. Меня протаранили. Господи, я просто разлетелся. Я сейчас в водопад улечу. Ай, блин. Ну погоди, ты застрял? Что? Да, я сейчас... О, мы спасли сервис, друзья! Ура! Прям в водопадике. Слушай, реально сработало, сервис спасен. Если он был запечатан в пленочку, то кузов вообще не поврежден. Только вот мы захлебнулись, если что. Нет, ну, мы не захлебнулись, я бы сказал. У нас не сходим водопадом ко всем чертям вниз, если бы пытались бы вылезти из машины. Ладно, экстренная ситуация. На скорости 100 км в час мне поступает вызов, что у тебя отказать тормоза. И у нас нет другой ситуации, как тебя тормозить. Я тебя обгоняю уже. Выбрасываю. А я не могу тебя обогнать. У меня тачка медленнее твоего грузовика. Аккуратно. Там сзади, по-моему, сейчас... Ой, боже мой, я тут на спине лечу. Если ты не видишь, что... Там за мной еще грузовик. Вот ты опять в ту яму, что ли, залетел? Нет, я перелетел ее просто. Ух ты, там еще один грузовик, что вообще происходит? Я перевернулся и просто на спине потихонечку качусь. Я хочу посмотреть, что у тебя там происходит, а ну ты вниз полетел. Я остановил! Что? Я остановил, а это более-менее в целом состоянии. Да, это другой разлетелся тут вообще, в крах. Ну... А я более-менее остановил грузовик. В целом, да. В целом так и есть, но, правда, кузов у тебя немного раскрылся. Я думаю, что сервис разлетелось по дороге, по пути. Да, но зато кабина, то есть даже лобовое стекло не треснуло. Очень здорово. Ну все, я нашел машину, которая должна справиться. Она спасает жизни. Она спасет. Слушай, и твой сервис. Мне аж легче стало, скорую помощь увидел. Спасибо, ты просто вот спас. Знаю, что самое классное, спасение. Если ты вылетишь через лобовое стекло, то вылетишь прямо в мою скорую. Да, прям под капельницу сразу. Так, разгоняйся. Да блин, тут невозможно. Ну как тебя тормозить-то? Ну ты просто ускоряешь меня. Да господи. Ай, еще, подскочу. Держи. Давай, давай. Держи, говорю. Не удержал, не удержал. Тихо, я еще живой, я еще живой. А, все, переворачиваюсь. Нет. Я не знаю, я знаю. Все, теперь я знаю. Надо просто поставить другой грузовик на пути, а жевать на 2, а жевать на 10, и тогда ты остановишься. Но сначала предлагаю все-таки на скорости попробовать тебя остановить. Потому что... Слушай, может быть, гражданский нам еще поможет? Уже он тоже тут как-то трется потихонечку. Ну, может быть, и поможет. Надеюсь. Надеюсь, он поможет. Но, по-моему, он... Езжай, езжай, езжай. Езжай. Надо преодолеть это. Ай! Держи, держи меня, держи. Держи равновесие. Я-то держу равновесие. Ты попытайся держать равновесие. Ай! Слушай, а чё мы паримся? Может тебе просто доехать до конца этого маршрута, и ты остаешься сам по себе? Нет, там нет нормального стоп в конце. Нет, там стена, там стена. Ой, это плохо. Тихо, я торможу, смотри, работает! Работает! Слушай, неплохо, неплохо. Отлично! Ты что, так объехал? Ну нет, ты меня, блин, вписал в эту гребаную стену. Да, крыша отлетела. Не перевернуться бы, только бы не перевернуться. Ах, чёрт. Подожди, я, по-моему, сейчас остановлюсь. Ну, ты остановишься, а я улетел вниз. Слушай, ну я остановился, более-менее целый, и кузов более-менее целый. Конечно, сервис поврежден, понятное дело. Боюсь, от скорой только не осталось ни следа, поэтому медики, которые должны были спасти тебя, теперь должны спасать сами себя. А ты действительно, да, неплохо так поврежден, еще и в бетон врезался. Красиво, красиво. Окей, Максим, я подготовил для тебя большой сюрприз. Я думаю, ты очень сильно удивишься, но он тебя остановит 100%.
100% остановлю. Ты уверен? Да. Слушай, ну скажи просто, чтобы я понимал, куда я стремлюсь, что, к чему я иду. Ты двигаешься к большой подушке. Блин, вот это идея, ты молодец, вот это ты хорошо придумал, ну, на самом деле. Ну, разумеется, что ж тебя может остановить, как тебе огромная подушка, поэтому я главное... Я тебя благодарю заранее, Главное, въедь. Итак, аккуратно, подушка не очень большая. А что она такая маленькая? Маленькая подушка, да? Какого хрена? Блин, она даже не сработала. Как тебя расколбасило, боже, почему ты меня так смял, это капец. Я не знаю. У тебя кабина оторвала, у меня все оторвало, это просто жесть. А ты думал, что ты на месте, да, останешься, конечно. Я думал, ты подлетишь на мне, улетишь там куда-то, смотри, от меня вообще ничего не осталось. Твоя тачка исчезла. Да, это жестко. В общем, друзья, в каких-то моментах у нас получилось все-таки остановить, более-менее остановить, да, повреждения все равно были. Каких-то вообще не получилось. В одном моменте получилось хорошо остановиться с водопадом. Реально очень хорошо получилось, но водители захлебнулись. Но зато сервис остался в целости и сохранности. Вот так вот сегодня прошел первый наш день в BMG Drive Online. Надеюсь, он вам понравился. И поддержите это видео своими лайками, чтобы я увидел, что BMG Drive Online вам понравился. И мы будем продолжать с Максом Дипом его снимать. Что же, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Смотреть другие видосики. У микрофона был Мистер Кей. Всем хорошего настроения. Удачи. И пока. We'll be right back.